Чебоксарском парке школьных автобусов пополнение. С октября в рейс вышел современный вместительный «Волгобас». В Новом городе в этом учебном году прибавилось учеников начальных классов. Большинство из них учатся в 33-й школе. Добираться ребятам не слишком удобно. При поддержке руководства республики проблему решили быстро. С 4 октября на маршрут «Новый город» 33-й школы вышел автобус большой вместимости «Волгобас», рассчитанный на 42 человека. Первоклассников мы довозим уже с начала нового учебного года до школ. Сейчас появилась возможность подвозить большее число детей младшего возраста до школы. Новый автобус будет перевозить учащихся 33-й школы и заодно заезжать в 23-ю школу. За утро автобус совершит 3 рейса. На всей протяженности маршрута с детьми находится сопровождающий. Мы очень рады. Автобус приезжает прямо сзади дома. Очень удобно. Много дороги переходить не нужно. То, что у нас появился автобус такой большой, удобный для детей, это очень для нас удобно. Мы очень рады. Мы все успеваем. Необходимость перевозки вскоре отпадет сама собой. В 2020 году планируется открытие школы в микрорайоне «Новый город». Это будет самая большая школа в городе, рассчитанная на 1600 учеников. Транспортную поддержку получит и микрорайон «Садовый». С 10 октября два автобуса марки «ПАЗ» будут перевозить первоклашек до школ номер 12 и 64. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.